Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Андрій Яковлєв, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції «Опозиційного блоку» і також представник постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Андрій, собственно, вы у нас не только депутат городского совета, вы еще представляете государственную регуляторную службу Украины в Николаевской области, плюс работаете такой вот достаточно специфической комиссией, которая так или иначе связана с предпринимательской деятельностью. Собственно, об этом и поговорим. А городу Николаеву, николаевцам, представлен отчет Николаевского городского головы по поводу работы в течение 100 дней на посту, собственно, мэра. Там же представлен проект стратегии развития Николаева на 2016-2021 годы. Как вам, как депутату Николаевского городского совета и своеобразному омбудсмену николаевских предпринимателей, этот документ? Виталий, знаете, я бы ушел в сторону от вообще восприятия этого отчета за 100 дней. Скажу только, что я не увидел отчета, я увидел некие планы на будущее, причем достаточно общие. А что касается предпринимателей, то мэром было озвучено с высокой трибуны о том, что наконец-то предприниматели получат новую революционную программу поддержки предпринимательства, которую они разработали, его команда. Если честно, я зарядился оптимизмом после этих слов и уже поспешил обрадовать нескольких предпринимателей, но потом решил найти все-таки этот проект и, к сожалению, я его не нашел. Как оказалось, никакой новой программы поддержки предпринимательства нет. Ее никто не разрабатывал. Мало того, существует старая программа поддержки предпринимательства. Она разработана еще при бывшем мэре, а вообще шаблон ее разработан еще 15 лет назад при Владимире Дмитриевиче Чайке. Так вот, эта старая программа нормально функционирует, нормально в смысле, что она действующая. И даже старую программу никто не менял. На сессию, которая будет 31 марта, на которой выносятся программы, в конце марта, на которой выносятся программы, выносится большая часть стратегически важных городских программ, в том числе программа социально-экономического развития, но там нет даже изменений в программу поддержки предпринимательства в существующую, не говоря уже о какой-либо новой программе. Повторюсь еще раз, никакой новой программы не разработано. Мэр обманул предпринимателей. Зачем? Вопрос. Это ложь во благо, либо это очередной акт лицемерия? Ну хорошо. Собственно, вот у нас создано такое специальное коммунальное учреждение, называется Агентство развития Николаева. Сессия Николаевского городского совета поддержала создание этого агентства. Возможно, собственно, агентство и займется, возможно, корректировкой старой программы. Ведь не так уж она и была плоха. Владимир Дмитриевич Чайка всегда говорил о том, что город Николаев – это город свободного предпринимательства, всячески призывал поддерживать малый и средний бизнес. Может быть, это оно и есть или нет? Вы голосовали за агентство развития? Я голосовал за создание агентства развития. Мы дали некий аванс этому агентству, потому что мы считаем, что город Николаев должен развиваться, и мы приняли аргументы инициаторов создания этого агентства о том, что будут предприняты жесточайшие меры, направленные на развитие города Николаева, на привлечение инвестиций. К сожалению, формулировка жесточайшая, уместна. По факту, пока мы этого не видим, но тем не менее, возвращаясь к отчету мэра, одним из достижений городского головы и этой агенции было озвучено создание, разработка стратегии развития города Николаева, то есть, по сути, стратегического документа. Вы знаете, я изучил этот документ очень внимательно. К сожалению, мне понадобилось немного для этого времени, потому что документ, который разрабатывали полтора месяца за 500 тысяч гривен, правда, полученных от канадского посольства или от какой-то другой организации, документ состоит из 20 страниц, в которых сама стратегия занимает 5 страниц. Причем стратегии эти 5 страниц я бы не назвал, это общие фразы некие о том, куда примерно нам необходимо двигаться. Повторюсь. 5 страниц за 500 тысяч гривен и за полтора месяца. Что такое на самом деле стратегия? Можно посмотреть, если поднять стратегию, которая была уже разработана на самом-то деле, разработана после создания еще Владимира Дмитриевича Чайка специальной рабочей группы в 2012 году. Работала рабочая группа из экспертов полтора года, разработала стратегию. Так вот, та стратегия, она существующая, есть этот проект. Состоит из порядка 200 страниц, но вопрос даже не в количестве, а в том, что та стратегия – качественный документ. Там есть конкретные направления, конкретные мероприятия, которые необходимо внедрять.
Ведь согласитесь, что в таком важном документе мы должны, по крайней мере, понимать, кто является исполнителем и ответственным за те либо иные направления. Мы должны понимать, какие отводятся на это сроки, там, поквартально, погодично. Мы должны понимать, кто несет ответственность. Мы, в конце концов, должны понимать, какие источники финансирования тех либо иных направлений стратегических в развитии города. Вот в той стратегии, которая есть, всего этого нет. Это наброски школьника, извините. Ну хорошо, а вот сейчас, я не знаю, звучит во всяком случае в средствах массовой информации некая программа организации поддержки стратегических инициатив на 2016-2018 годы. Я так понимаю, что речь идет еще и о том, что ее необходимо профинансировать с бюджета города, да, я правильно? Да, понимаю? Именно называется этом. Сумма 4,5 миллиона гривен. Возможно, этот документ является, собственно, я не знаю, восполняет те пробелы, о которых вы говорите? На комиссии, которая была в понедельник, наша земельно-архитектурная, докладчик, советник городского головы, представил этот документ. И вы знаете, я вернулся немножко в детство и вспомнил, иногда, знаете, вспоминаются сказки, которые мы в детстве читали. Так вот я вспомнил сказку о золотом ключике, все ее прекрасно знают, и мы помним самый такой яркий сюжет, когда кот Базилио и Алиса попросили Буратино, предложили супер бизнес-схему на поле чудес закопать 1 сольдо золотой, да, и утром дерево вырастет, будет 10 сольдо. Вы знаете, вот доклад инициатора этой программы у меня вызвал ассоциации один в один вот с этой сказкой. Вы понимаете, под соусом очередной некой революционной программы нам, по сути, преподносят смету того, как распилить из бюджета 4,5 миллиона гривен за 3 года. Ведь это, по сути, программа, которая финансирует деятельность коммунальной установы Агентства развития города Николаева. Вы задавали вопрос, голосовал ли я за создание этой агенции. Действительно, я за него голосовал, но одним из аргументов, который убедил меня нажать кнопку «за», была позиция разработчиков, да и, собственно, мэра Сенкевича, о том, что депутаты должны поддержать эту агенцию без пункта о том, что она будет финансироваться с городского бюджета. Да и сами инициаторы создания этой агенции говорили нам о том, что они готовы работать с привлечением средств извне. Единственное, что они просят, это помещение с коммунальной собственности на льготных условиях. Собственно говоря, условия достаточно приемлемы для такого, как нам тогда говорили, эффективного проекта. Что по факту получается сегодня? Помимо того, что тогда нам говорили, что незамедлительно займутся ликвидацией дублирующих полномочий, ведь на сегодня Агентство развития города Николаева дублирует полномочия ряда исполнительных органов городского совета, и мы это понимаем, которые финансируются из бюджета, и люди получают там зарплату за выполнение тех же полномочий. Это и управление экономикой и инвестиций, это и отдел международных связей и сотрудничества, это и отдел поддержки предпринимательства, ведь все эти полномочия, я очень внимательно проанализировал, поверьте, поднял функционал всех этих управлений, функционал этого агентства, и большая часть полномочий агентства дублируется существующими структурными подразделениями городского совета. Так у меня вопрос, должен ли город, граждане оплачивать 2 раза одну и ту же работу? Наверняка нет. Работы по приведению в соответствие, по ликвидации дублирующей функции никто не провел. 1,5 месяца эта агенция существует, по крайней мере, мы проголосовали за ее создание. Может быть, некие планы по ликвидации этих дублирующих функций есть в новой структуре городского горисполкома? Вы то, что называется, языка сорвали. Я вот, собственно, об этом хотел спросить. Тема новой структуры. Да. Фактически она зазвучала, может, я ошибаюсь, но практически сразу с момента избрания Александра Федоровича руководителем Николаевской городской громады. Много говорилось об этом. Время идет, прошло 100 дней. Новая структура. Там мы теперь слышим, что как-то, она уже не нужна, то есть чего нам ждать? И, собственно, когда появится новая структура, может быть, как раз и действительно дублирующие функции-то и снимутся? Вы знаете, очень уместна фраза «никто же за язык не тянул» товарища господина мэра, который во время предвыборной кампании говорил, что первое, что он сделает, это качественно изменит структуру городского совета и в том числе и качество самих сотрудников и персонала. Мы ждем структуру, однако оптимизма убавляет недавняя позиция городского головы, которую он озвучил в прессе, о том, что на самом-то деле он и не обязан ничего менять, и не собирается, что его чуть ли не заставляют это сделать, а его все устраивает, все у него хорошо. Мне кажется, что...
Хорошо. Коль уже комиссия, представлена программа организации и поддержки стратегических инициатив. Я бы хотел на ней немножко подробнее остановиться. Есть уже реакция комиссии? Комиссия профильной депутатской сформировалась? Бесспорно. Мы очень внимательно, профессионально послушали докладчика, ведь комиссия состоит из компетентных людей, профессиональных, как и все остальные комиссии. Это не дилетанты, это профессионалы в различных сферах и люди с опытом. И мы внимательно его послушали. Я задал лично ряд вопросов, в том числе вот по структуре мы с вами обсудили сейчас, которой нет и которая не предвидится, к сожалению, в ближайшее время. Я задал вопрос, связанный с цифрами. Ведь на финансирование этой агенции у нас просят 4,5 миллиона гривен. На этот год просят 1 200 000. Мы помним все прекрасно, как инициаторы создания агенции говорили, что каждую бюджетную гривну они умножат на 3. Соответственно, мы ожидаем, что в этом году, если мы профинансируем эту агенцию, мы получим 4,6 миллиона гривен выигрыша, да, если говорить таким лотерейным языком. Я задал логичный, как мне показалось, вопрос. Сегодня закончился уже первый квартал практически 2016 года. Если сегодня у команды агенции хотя бы наработки, либо планы по каким-либо финансовым проектам и привлечению инвестиций, и на какие суммы, то есть сможем ли мы услышать ответ и отстоят ли они свою позицию, что они умножат на 3. Так вот, ответ товарища Рухова был очень странный. Нет, у них нет сегодня таких проектов. То, что у них нет проектов никаких... Я прошу прощения, но может быть там логика такая, что программа на 2016-2018 годы. Вот по результату работы за 3 года они вам и умножат 4,5 миллиона, умножить на 3. Вот там вот вы можете получить, может быть, и получите выход. Да. То есть я о чем говорю, что может быть некорректно еще в этом году на старте программы, тем более по результатам первого квартала, еще, собственно, они-то его по большому счету не отработали целиком. На самом-то деле аргументы могут быть абсолютно разными, и вот этот аргумент для того, чтобы выкрутиться, мог бы, может быть, разработчик и применить, но он до него не додумался. Может быть, ему нужно прислушиваться иногда к экспертам в разных сферах в городе Николаеве, в том числе и к вам, но, видимо, пока опыта у него недостаточно. Но ведь если поставить вопрос даже так, то горожанам предлагают сыграть в рулетку, поставить не 1 миллион гривен на кон и ждать, что, ну хорошо, через 3 года мы получим вместо 4,5 порядка 13,5 миллионов гривен. Ну, знаете, такая достаточно опасная игра. Я человек, который в азартные игры не играю, но я бы не поставил, например. Хорошо. Ну, логика ваша понятна. Комиссия выработала какое-то, ну, то есть подискутировали? Комиссия не поддержала. Комиссия не поддержала, мою позицию я озвучил, ведь я еще хочу акцентировать важный момент. Если сравнивать эту агенцию с чиновниками, которые работают сегодня в горосполкоме, есть сегодня структура, о которой мы еще поговорим, центр предоставления админуслуг. Сегодня там работает 22 человека, так вот фонд оплаты 22 сотрудников центра админуслуг около 500 тысяч в год. 1,5 миллиона, которые просит агенция, мы можем умножим очень просто. Это более 60 человек, более 60 чиновников могут получать зарплату и реализовывать те же самые функции за 1,5 миллиона гривен взамен 5 суперсотрудников агенции, от которых результата мы пока не увидели. Хорошо. Но коль уж вы заговорили, к центру админуслуг, в том числе и у вас, есть претензии. И, собственно, вот тут я предлагаю вернуться к истории, которую и вы, в том числе, вы непосредственно озвучили. В первых числах марта вы заявили о том, что чиновники центра предоставления админуслуг занимаются самоуправством. В качестве примера привели, ну, не хочу сказать печальную, но так вот, скажем, некую историю с предпринимателем Дмитрием Талпой. Давайте напомню зрителям, о чем идет речь. Я перед историей позволю такую эмоциональную фразу. Ведь когда Владимир Дмитриевич Чайка создавал этот центр, то он не создавал его, чтобы там происходило то, что происходит сейчас. А что происходит сейчас? И вот как раз об истории с предпринимателем Талпой. Предприниматель, который занимается цветочным бизнесом, ну, достаточно благородным, согласитесь, не торгует сигаретами, алкоголем, хотя это тоже бизнес, он решил на 8 марта поторговать цветами на выносной торговле. Такое право у него есть по решению городского совета, называется праздничная выносная торговля, на которую не нужно оформлять земельные документы, и это прописано отдельной строкой. Единственное, что необходимо, единственный документ, который
он обязан получить, это даже не получить, а зарегистрировать, это декларативный документ, декларация о режиме работы, для того, чтобы органы, городская власть понимала, где эти точки будут находиться и в какой период они там поработают. Процедура получения очень простая. Предприниматель под свою ответственность заполняет эту декларацию, приходит к администратору, и единственная функция администратора, если там нет ошибок орфографических, зарегистрировать, поставить штампик, отдать предпринимателю, сказать ему спасибо за то, что он есть и платит им зарплату со своих налогов. И второй экземпляр отправить там, в управление споживчего рынка, в отдел торговли, для того, чтобы они для себя вели статистику. Вот и все функции. Что произошло на самом деле? На самом деле администраторы центра получили указание зама городского головы, который их курирует, это вот о вопросе контроля одних чиновников другими, получили поручение, явно незаконное, не выдавать эти декларации по упрощенному механизму, предусмотренному законом, а отправлять предпринимателей в отдел торговли согласовывать там некоторые моменты. Ну, мы понимаем, возникает сразу коррупционогенный чинник, так называемый, да, то есть необходимо предпринимателю, который имеет полное право в центре админуслуг получить любой документ, пройтись по этажам городского совета и в кабинетах чиновников поговорить по душам. Чем заканчиваются эти разговоры по душам, мы знаем прекрасно, коррупционных скандалов, к сожалению, мы видели в городе очень много. История закончилась тем, что в конечном итоге через 3 дня предпринимателю выдали эти документы. Вы скажите, ну разве за 3 дня предприниматель должен был этим заниматься? Разве он не должен был зарабатывать деньги? Разве его сотрудники не должны были зарабатывать зарплату своим семьям? Разве он не должен был пополнять городской бюджет? Ну и не это ли инвестор? Ну у нас же понимание инвестора не просто построить завод, но ведь мелкий предприниматель, это же тоже инвестор. Так это сигнал инвесторам, это та новая инвестиционная политика, которую проводит мэр новый. Вот я не понимаю этого. И чем закончилась история, Виталий? Да, вот, кстати, чем закончилась история? Прошло больше 2 недель. Вы знаете, вот поражает больше всего... Прошло 8 марта. Нормально поторговал Дмитрий Талпа на своей выносной торговле? Я не так близко знаком с его бизнесом, а тем более с результатами его деятельности. Я, если вы поручите, поинтересуюсь у него, чем закончилась его торговля. Но чем закончилась история с... администраторами и с виновными, собственно говоря. Как всегда, ничего не изменилось. Остались прежние методы управления, архаичные. Никакой демократии не пахнет, никакими новыми методами и кадровой политикой не пахнет. Нашли козлов отпущения и наказали тех 2 несчастных администраторов, которые выполняли просто поручение руководителя, поручение зама мэра, незаконно явно. Наказали их за то, что они выполнили прямое поручение. И понятно, почему они его выполнили, потому что они находились на 2 чашах весов одновременно, на вилке. Либо им отказать в выполнении поручения своим руководителям и соблюсти закон, либо все-таки не соблюдать закон и не остаться в опале у руководства. Понимаете? Сегодня не начальник центра админуслуг, который, я считаю, опозорил вообще всю идею реформы в административных услугах, вызвавший охрану на предпринимателя, который абсолютно объективно доказывал законность своих прав. Не зам городского головы, который придумал эту абсолютно бессмысленную процедуру в голове у себя и занялся вот чистой воды самоуправством, с чем мы всегда боремся и будем продолжать бороться. Никто не понес ответственности, даже моральной, поймите. А 2 администратора получили доганы, причем получили официально с занесением трудовые книжки за то, что они с 8 до 8 сидят и ведут прием предпринимателей, граждан, порой терпят оскорбления за 1500 гривен. Вот это изменения к лучшему, которых ожидали те, кто голосовал за новую демократическую команду, по-моему, нет. Может, я ошибаюсь. А сейчас, на самом деле, там же включился еще, собственно, процесс, связанный с тем, что, насколько я понимаю, городская исполнительная власть расширяется, ну, наверное, правильно сказать, количество сервисных услуг, перераспределяются вот эти вот услуги, которые должны выполнять те или иные органы исполнительной власти, соответственно, вот часть услуг добавляется непосредственно структурам горисполкома. Речь идет о том, что необходимо создавать на базе центра админуслуг, теперь еще, либо на иной некой базе, создавать департамент админуслуг. Угу. О чем речь? Сразу поправлю. Нынешняя городская власть ничего не расширяет. Сама по себе. Это... Я имею в виду, у нее добавляется... Да, вот это более правильная формулировка. Сегодня в рамках процессов децентрализации органам местного самоуправления делегируются полномочия по ряду админуслуг. Это админуслуги, которые предоставляет миграционная служба, паспортные все абсолютно услуги. Это услуги, которые предоставляются регистрационной службой Минюста по регистрации недвижимости и земельных участков.
И это полномочия, которые предоставляет сегодня регистрационная палата по регистрации предпринимателей. Вот это те сервисы, которые передаются сегодня на уровень органов местного самоуправления. А уже известный срок, когда, собственно, вот эта передача? Ну, это же на самом деле, да, это давайте назвать вещи своими именами, это тектоническая буква. Бесспорно. Сроки, скажем так, наступают на пятки, дедлайн практически выходит. И, по сути, действительно, это необходимо делать. Никуда от этого сегодня городская власть не денется, и эти полномочия необходимо принимать, и эти обязанности. Вопрос в том, как их принимать. Что сегодня предлагают разработчики и идейные вдохновители создания департамента? Создать некий монополист-департамент, в который по их логике необходимо включить все службы, которые предоставляют админуслуги, тем службы, которые передают нам сегодня полномочия. Для того, чтобы в составе этого департамента был и центр предоставления административных услуг, и ряд управлений, вот те, которые я назвал. Опять же, повторюсь, логика в том, что в одном большом конгломерате будут службы, которые предоставляют админуслуги. Извините, но по этой логике тогда в этот департамент нужно включить и управление архитектурой, потому что оно тоже предоставляет админуслуги, и управление земельных ресурсов, потому что оно тоже предоставляет админуслуги, и все остальные управления, такие как управление коммунальное имущество, управление, вернее, отдел квартирный, социальное обеспечение департамент, департамент ЖКХ, который тоже предоставляет админуслуги. То есть, по сути, сегодня логика немножко неправильная. Я прошу прощения, давайте, вот вы уж совсем уже революционно предлагаете. Давайте вот, чтобы, я пытаюсь развернуть логику разработчиков, она неправильная. Чтобы справилась городская власть хотя бы с тем объемом услуг, которые теперь им добавятся к уже существующим. Да, и что в рамках департамента, либо иного образования. У нас были докладчики на комиссии в понедельник, зам городского головы Степанец и начальник центра админуслуг нынешняя Мураховская Инга. И они рассказывали нам о том, что они создают и как они создают. Была достаточно жаркая дискуссия между моим коллегой, депутатом от самопомощи Ростиславом Филевским. Отдать ему должное за то, что он вник очень компетентный вопрос. Квалифицированный юрист, очевидно. Да, бесспорно, очень компетентный специалист. И разгорелась дискуссия между этим депутатом и разработчиками. И он задавал достаточно прямые и логичные вопросы. Скажите, пожалуйста, вы просите 6 человек, к примеру, на управление регистрацией предпринимателей. А сколько сейчас специалистов ведет прием по этому направлению? Более 20. А уменьшится ли объем работы в этих 6 в сравнении с 20? Нет, не уменьшится. Так не считаете ли вы, что это количество людей завалит попросту работу по регистрации предпринимателей? Мы услышали молчание. А почему именно 6, а не 4 или не 7? Обоснуйте. И обоснование на вопрос депутата Филевского тоже никто не услышал. Я задал вопрос ответственности и контроля, который тоже бесспорно очень важен, потому что основное сегодня в реформе админуслуг и в том, почему она стопорится, это ненадлежащий статус администратора. Сегодня администратор должен контролировать в первую очередь и быть защитником заявителя. И по закону администратор, который принял документы, должен смотреть за соблюдением сроков, в конце концов за соблюдением процедуры, за отсутствием незаконных отказов, и имея даже полномочия составлять протокол об админправонарушениях. И разработчики нам сейчас предлагают, чтобы в одном и том же департаменте были и администраторы, и те чиновники, которые будут отрабатывать заявление, которое получил у гражданина администратор. Таким образом, в случае нарушения чиновником срока, к примеру, администратор должен будет наказать своего же коллегу, с которым он работает в одном и том же департаменте. А говоря более фигурально, директор департамента будет контролировать сам себя. Но, по-моему, это нелогично, незаконно, неправильно и нерезультативно, неэффективно. Нужно ли перенимать эти полномочия, о которых мы сказали? Бесспорно, нужно. Но создавать их нужно немножко в другой структуре. И вот мне кажется, и я уверен, что необходимо сегодня вспомнить ту практику, которую мы реализовали при Владимире Дмитриевиче Чайке, и к реализации которой приложил огромные усилия Валерий Евгеньевич Ветров, ваш частый гость, когда дозвольный тогда еще центр замкнули непосредственно на городского голову. И я, будучи тогда начальником дозвольного центра, участвовал на аппаратных совещаниях у мэра и мог в оперативном режиме говорить о любых нарушениях, которые допускают подчиненные каждого зама городского головы либо главы администрации. И вот это была эффективная модель. На сегодня это необходимо сделать в том числе. Это если говоря о структуре. Но помимо структуры, к сожалению, нам ничего не предлагают по административным услугам. Я увидел программу социального и экономического развития, мы вспоминали о программах сегодня. Там есть раздел админуслуги, там нет раздела предпринимательства, к сожалению. Там есть раздел админуслуги, то есть социально-экономическое развитие, соответственно, реформирование, развитие сферы админуслуг. Что есть там?
Там нет ничего, кроме выделения нового здания для центра администрации и ремонта кабинетов чиновников и увеличения раздувания штата. Больше там нет ни одной идеи. Никто не говорит о том, что сегодня нет перечня законных админуслуг. Никто не говорит сегодня, что необходимо пересмотреть полностью всю нормативную местную базу, и мы с вами об этом говорили, которая давно не соответствует реалиям законодательства, и эту работу можно было давно начать, в том числе и эти революционные все агентства могли бы этим заняться. Да и структур хватает в городском совете, которые это могли бы делать. Каждая, в частности, по отдельности могла бы этим заниматься. Да и юрдепартамент есть мощный достаточно. Об этом никто сегодня не говорит. Сегодня говорят о том, что давайте отремонтируем и купим новые компьютеры. Ничего, что эти, извините, структуры, собственно, и плодили эту нормативную базу, которая не соответствует... Виталий, я предлагал механизм, и он достаточно простой, этот механизм пересмотра всей нормативной базы. Мало того, и мы вспоминали с вами об этом, есть распоряжение губернатора нынешнего, еще годовалой давности, в котором он поддержал тогда эту идею, и в этом распоряжении есть четкие поручения провести пересмотр и алгоритм проведения этого пересмотра. Ведь сложного ничего нет. Мы берем закон и берем нормативный акт и определяем, соответствует либо нет. Вот и вся работа. Просто она достаточно кропотлива, ей нужно начинать заниматься. Сегодня мы будем на незаконных админуслугах строить новое здание. Ну, хорошо. Так что с департаментом? Есть какое-то решение? Департамент админуслуг? Комиссия обсудила, комиссия не поддержала. Подискутировали, я так понимаю. Комиссия жалко. Это не поддержала. Этот вопрос перенесен. Мы будем однозначно еще советоваться на фракции по этому вопросу. Может быть, разработчики придут с каким-то другим мнением на следующую нашу комиссию. Я понимаю, я прошу прощения. Это опять же вопрос к структуре, новой структуре. Однозначно, конечно. Вопрос к структуре. Смотрите, ну вот точечно нас заставляют сейчас утверждать некие департаменты. И причем вот в дискуссии, которая была между мной, в частности, и Степанцом, он признал, что да, действительно, вы правы, наверное, стоит разделить тех, кто контролирует, и тех, кто отрабатывает документы. Но разве это качественная подготовка документов? И в очередной раз, вы абсолютно правильно заметили, мы возвращаемся к вопросу о системной работе. И вот именно системная работа по новой структуре даст ответы на все вот эти вопросы и устранит шероховатости, устранит дублирование, пропишет нормальные контролирующие функции тех либо иных структурных подразделений. Вот, мне кажется, так необходимо поступать. Но структуры нет. И повторюсь, мэр сказал, не будет. Хорошо. Но есть еще, скажем так, некий, я бы даже сказал, это клубок вопросов. Но я не знаю, с чего тут даже начать. Ну, например, собственно, на днях на базе Заводского района прошло совещание, собственно, ну, городской голова, вообще представители исполнительной власти общались с представителями николаевского бизнеса, в том числе малого и среднего. Ну, наверное, так случилось, не знаю, может, совпало. Но там, как одним из последствий этого совещания, начался демонтаж в Заводском районе объекта торговли. В то же время у города на сегодняшний день нет главного архитектора. Ну, вот эти же вещи на самом деле связаны. Ведь разрешение на установку того или иного объекта подпись именно этого человека должна стоять. Безусловно. Как, собственно, вот ваше видение всей этой ситуации, как человек, ну, то, с чего мы начинали, представитель госкомпредпринимательства Николаевской области? Давайте, если вы позволите, мы поговорим об архитекторе, и после этого вернемся к проблеме с демонтажом и встречей с предпринимателями. Мы все из прессы узнали с вами о том, что архитектор Мальченко написал заявление по собственному желанию, уволился. Ну, также в том числе из прессы и из заявлений городского головы. Да, я как-то слышал числе... о том, что, ну, собственно, действующий архитектор Мальченко не устраивает. Разные видения у городского головы и у архитектора. Разные видения, как оказалось теперь, хотя вот на предыдущем эфире, когда я был у вас в гостях, мы с вами обсуждали проблему архитектора и говорили о некой договоренности, достигнутой между Сенкевичем и Мальченко, о которой сам Сенкевич говорил. Но вот что-то с этой договоренностью произошло, видимо, кто-то из них условия договоренности не выполнил. Ну, не будем гадать сейчас кто, но Мальченко уволился. Вы знаете, учитывая, что вопрос и должность главного архитектора, она является одной из ключевых для в судьбе предпринимателей города Николаева, на депутатской комиссии члены от нашей фракции, которые там находятся, подняли вопрос, и комиссия поддержала. Мы рекомендовали городскому голове незамедлительно объявить конкурс на замещение должности главного архитектора. И вторым пунктом было наше поручение, наша просьба, опять же, учитывая важность вопроса, при принятии решения о назначении исполняющего обязанности архитектора, все-таки посоветоваться с членами комиссии профильной и представить этого человека.
Как было выполнено наше поручение? Ну, к сожалению, оперативно объявить конкурс почему-то не получилось. Получилось через 10 дней. Ну, да бог с ним, еще 10, на 10 дней больше мы не увидим нового архитектора, если он найдется. Что касается исполняющего обязанности. К сожалению, для нашей комиссии мы видели наплевательское отношение, да, к позиции ведущей комиссии, профильной в направлении архитектуры. И нас поставили перед фактом. Мэр Сенкевич назначил исполняющим обязанности архитектора, нынешнего архитектора Корабельного района, зама главного архитектора города, Марину Калмыкову. Вы знаете, до момента заседания комиссии, которая была в понедельник, она успела поработать 3 дня. Так вот, за эти 3 дня я получил массу звонков предпринимателей и получил ряд документов, которые называются очень просто «отказ в, например, продлении размещения объектов». Например, отказ в размещении новых объектов. Вот простой пример, просто для примера. Существующий магазин предпринимателя в Корабельном районе, который размещается на основании решения сессии с 2002 года. И вдруг сегодня новый исполняющий обязанности пишет: «Считаю, что размещение вашего объекта на сегодня нецелесообразно и продление договора аренды нецелесообразно». Вот это, наверное, очередной сигнал для инвесторов. Либо есть какая-то новая договоренность между мэром и уже исполняющим обязанности архитектора. И мэр сегодня открыто этим показывает, что он является лоббистом исключительно крупного бизнеса, и, может быть, не Николаевского, и намеренно уничтожает малый и средний бизнес, который конкурирует с крупным бизнесом. Или что это происходит? Вы знаете, вот на примере архитектора я могу сказать, что я для себя вижу, что городская власть постепенно превращается во власть исполняющих обязанностей. Ведь что такое исполняющие обязанности? Это человек, по сути, без перспектив, человек без мотивации. И вот на примере исполняющего обязанности архитектора Марины Петровны Калмыковой мы эту позицию для себя подтвердили, потому что когда я предложил ей рассказать членам комиссии, да и присутствующим журналистам о своих планах на тот период работы, на который она назначила, она сказала: «Моя основная задача – пересидеть период, пока не назначат главного архитектора». Но неужели предприниматели города Николаева достойны такого отношения к себе, чтобы часть своей жизни предпринимательской потратить на борьбу с чиновником, который намерен просто пересидеть какое-то время до назначения ответственного лица? Ну, тут-то история понятная. Человек может быть, я не знаю, в неком эмоциональном порыве, но сказал честно, как есть. Потому что... Претензий к человеку нет. А если бы человека вам на комиссии представили до того, как назначили исполняющим обязанности? Ведь вот эта вот функция, ну, на самом деле, пересидеть, она бы на самом деле также и сохранилась? Она бы бесспорно сохранилась. Если говорить о представлении человека на комиссии, то это отдельная тема для обсуждения. Это тема взаимоотношения городского головы исполнительной власти с депутатским корпусом. И вот такими элементарными примерами мы просто видим отношение к этой проблема ситуации. Проблема может быть в том, вот я не знаю, что на самом деле кто может стать главным архитектором. Есть ли у людей готовность к этому, у специалистов, ну я не знаю, обладающих необходимыми знаниями и необходимым образованием в этой отрасли, готовность занять эту непростую, на самом деле непростую должность? Да, место непростое. Вы знаете, специалистов действительно есть какое-то количество даже в городе Николаеве с архитектурным образованием, ведь архитектор — это специалист, который по сложности обучения и назначения схож с врачебными специалистами, медицинскими специалистами, потому что в частности обучение на архитектора такое же, как и на врача, только на стационарном отделении. Невозможно учиться заочно на архитектора, как оказывается. Вот, поэтому количество специалистов определенно есть. Все зависит от того, как сегодня власть поставит вопрос по проведению этого конкурса. Пока мы видим архаичную схему объявления конкурса и ожидания, кто же все-таки заявит. По-моему, необходимо было бы определить, в каких условиях будет работать новый архитектор. Определить, будет ли поддержка городского головы, определить, будет ли определенная самостоятельность у архитектора для того, чтобы он мог ориентироваться и соблюдать четко рамки закона, а не выполнять какие-то политические поручения. И в конце концов, проведение самого конкурса. Ведь где те открытые конкурсы в новом формате, по новым методикам, о которых нам говорил нынешний мэр? Конкурс на замещение вакантной должности директора департамента ЖКХ. Да, конкурс на замещение директора департамента ЖКХ прошел так же, как и все остальные конкурсы предыдущие 20 лет. Студенты написали зачет, эти вопросы проверили, несколько человек задали вопросы. Мы же говорим о качественно новых конкурсах.
Ведь, ну, и это единственный, кстати, конкурс, который мы пока увидели. Ведь все сегодня советники, которые есть у мэра и которые в штате, назначены без конкурса, хотя это чиновники. Ведь сегодня борец за права Николаева, который всегда только этим и грезил, господин Алефир, который назначен из Ялты начальником управления экономики, серьезного управления, назначен без конкурса. Ну, для чего, мы понимаем прекрасно. И, к сожалению, и по непонятным для меня причинам занимает кабинет первого зама городского головы. Ну, наверное, там удобнее кабинет, может, ремонтирует начальника управления экономики. Не знаю причин. Конкурсов не было. И вот, вернувшись к конкурсу по архитектору, ведь сегодня принят закон о новой госслужбе, вы знаете об этом, и он вступает вот буквально скоро, с 1 мая. Есть проект закона о местном самоуправлении, о службе в органах местного самоуправления, который тоже скоро наверняка будет утвержден. И вот по этим законам есть право общественности, широких масс общественности, специалистов, экспертов принимать участие в конкурсах в открытых. Да и сегодня ничего не мешает городскому голове привлечь к открытому конкурсу массово специалистов, экспертов, представителей предпринимательской общественности. Ведь опять же, вспомнив инициативы Валерия Евгеньевича Ветрова, он об этом постоянно говорил, и при Владимире Дмитриевиче Чайке несколько таких проектов реализовывал. И сегодня я поддерживаю эти идеи в том числе. Ничего не мешает городскому голове, кроме отсутствия воли политической, провести конкурс именно в таком формате. И вот вчера мы увидели новость о архитекторе Киева. Вот та же ситуация. Но там начата работа по такому новому конкурсу. Это публично представлено. Об этом сегодня заявляет, по-моему, первый заместитель городского головы киевского. Сегодня мы видим, что это действительно новый конкурс. Сегодня во всех сферах экспертных, архитектурных, проектных, предпринимательских возможные кандидатуры обсуждаются. Где это все? Кроме заявления в Фейсбуке одного из советников «Внимание, мы ищем архитектора». Больше ничего. Ну, это, наверное, хорошо, опять же новые подходы. А тем временем начался демонтаж. А вот теперь к демонтажу. Рекламных конструкций, в принципе, периодически, так он эпизодически, но происходит. Ну и теперь никаких торговых объектов. Что происходит сейчас? Если до этого мы видели, что власть городская уничтожает предпринимательство, малый и средний бизнес своим бездействием, то сейчас они начали делать это своими действиями. Причем абсолютно незаконными действиями. Я вчера посмотрел видео, кстати, со встречи вот этой Сенкевича с предпринимателями, якобы день открытых дверей, куда там, по сути, заводская администрация наверняка согнала предпринимателей, которых они там иногда контролируют. Ну, это уже лирика. И мэр сказал, опять же дискутируя с тем же предпринимательной толпой, на вопрос, почему сегодня мы получаем отказы в размещении наших объектов, мэр сказал, уважаемые, у вас есть право обращаться в суд. Обращайтесь в суд. Если суд примет решение выдать вам разрешение, мы решение суда исполним. Скажите, это диалог сегодня городской власти и бизнеса? Что это за ультиматумы? Разве так должен строиться диалог в демократическом, либеральном обществе, в котором все основано на сегодня, в Николаеве в частности, учитывая отсутствие там, производства, на котором когда-то Николаев основывался, все основывается на предпринимательстве и львиная доля бюджета наполняется. Разве так сегодня должен строиться диалог? Разве так должна сегодня выглядеть благодарность тем предпринимателям, которые на свой страх и риск тащат эту ношу нелегкую? Мэр сказал, что будет демонтировано все, что незаконно. Но что такое сегодня незаконно? Я не знаю, он это лично определяет, либо его подставляют его подчиненные, в частности, замы городского головы. Но сегодня незаконным определены те 2000 заявлений предпринимателей, точнее, самих предпринимателей, о которых мы тоже с вами несколько раз разговаривали. Это те документы, которые остались без рассмотрения еще при нынешнем городским головой не рассматривались. Они перешли по наследству мэру Сенкевичу. И сегодня, вот я буквально недавно сфотографировал, 6 огромных ящиков документов, в которых есть полностью разработанная техническая документация на оформление объектов, в которых заложена оплата за землю, и цифра уже исчисляется несколькими миллионами. Так вот, все эти объекты сегодня признаны незаконными. И объявлено открыто, вам будут даны отказы. Это те предприниматели, которые ждали, что придет новый мэр и наконец-то решит их судьбу в лучшую сторону и позволит им работать законно. Сейчас их начали демонтировать. Обращу внимание на то, что то, что происходит сегодня, этот демонтаж, это абсолютно незаконная деятельность. Потому что законом о проверках подобная деятельность запрещена. Полномочий таких сегодня ни у кого нет.
Никаких направлений на проверку сегодня те, кто приходят с собой, не предоставляют. А я знаю точно, что ряд предпринимателей, которые ко мне обращались, имеют документы даже на право собственности некоторых объектов. И они сегодня в том числе попадают под демонтаж. И потом будет извинение городского головы, как было с тем же Талпой, Деменским и рядом других предпринимателей, когда администрация зачистила их рекламные конструкции, и они понесли убытки. Потом будет заявление городского головы: приходите ко мне, я вам компенсирую ущерб. Так, наверное, будет. Хотя, насколько я знаю, никто ущерб никому не компенсировал. Вот еще раз повторюсь, сегодня дан четкий сигнал николаевскому бизнесу: уважаемый малый и средний бизнес, мы тебя в городе видеть не хотим. Это сегодня посыл городской власти. Я сегодня его именно так увидел. Кого приведут взамен, ну не знаю, быть может крупный бизнес, еще пару супермаркетов, наверное, так. Некоторое время назад в этой студии был Андрей Ермолаев. Это николаевский общественник, он, да, собственно, так на виду, на слуху, в Фейсбуке, в соцсетях. Он заговорил о том, что, собственно, непосредственно при его участии была проведена, ну, скажем так, может, некорректное слово, но некая ревизия законности установки достаточно большого количества рекламных конструкций, которые, собственно, у нас представлены на городских улицах. И вот тоже встал вопрос о том, что действительно рекламная конструкция стоит, документы на ее узаконивание там длительный период времени, бесчетное количество дней и месяцев лежат в исполкоме, движения нет, ну, собственно, работают по умолчанию. Общественник говорит, что вот те документы, которые поданы, не соответствуют установленной конструкции. То есть то, что заявляет предприниматель, и та конструкция, которая стоит, ну, есть некое несовпадение, что дает основание говорить о незаконности. Я, собственно, этот пример к чему привожу? Что вот, ну, мир же не черно-белый. Он не черно-белый. Всегда есть полутона. Не только городская власть такая, как она есть. Ну, где-то и предприниматель, приспосабливаясь к реально существующей ситуации, совершает некие действия. Ну, собственно, вот такие вот. Поэтому, подводя итог разговору, какой же выход из этого всего? Вот, собственно, из той ситуации, о которой вы говорили, из той ситуации, как, может быть, она есть, как я говорю. Вот, собственно, какой выход из этого всего? Ведь все равно мы некая одна городская община. Виталий, вы знаете, пока ситуация будет такая, как она есть на сегодня, я повторял и буду повторять одну простую фразу. Как может сегодня городская власть требовать соблюдения законов от предпринимателей, когда она сама своими действиями и бездействиями прямо нарушает закон и делает это системно? Ведь должен же быть какой-то посыл. Ведь если вы умные, как вы считаете, и умнее, чем предприниматели, так покажите своим примером, что вы законники, что вы власть, что на вас нужно ориентироваться и равняться, и что первое, за что вы ратуете, это за соблюдение закона. И предприниматели вам ответят тем же. Ведь как можно требовать соблюсти закон сегодня у предпринимателей, которые находятся там в каком-то киоске, когда ему не дают 2 года ответ, может он там находиться или не может? Предприниматель что, архитектор? Он подал документы, он считает, что он может там находиться. Вы ему ответьте, может он или не может, обоснованно, официально, как предусмотрено законом. А вопрос контроля предпринимателя и соответствует его объект, либо не соответствует, это отдельный вопрос. И не нужно смешивать разрешительную процедуру и процедуру контроля. Это абсолютно разные процедуры. И та регламентируется законом. Повторюсь еще раз, соблюдение закона – это то, чем наконец-то нужно начать заниматься городской власти и мэру Сенкевичу. Андрій Яковлєв, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції опозиційного блоку, член постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів. Все добре, дякую. До побачення.